дерна, ребятушки. Мы в аэропорту Кольцово, город Екатеринбург. Мы прошли таможню и отправляемся в наше новое большое путешествие. Заряжать вас новыми эмоциями, снимать классный новый контент и смотреть новые места. Ну а пока мы в аэропорту, давайте прогуляемся, посмотрим duty free, посмотрим, что здесь продают. И на самом деле у нас скоро уже самолет, потому что мы прямо вот впритык. Так что пойдемте. Я так рад, это на самом деле начало нашей новой большой поездки. Для меня это огромные классные ощущения. А начиналось это все вот так. Привет, друзья! Это лучшее начало нашего путешествия. Опаздываем на рейс, снимаю отсюда. Погнали дальше. У меня была очень интересная задача. Мне, прошу прощения за ухо, это все веревочка оттягивает. Мне нужно было отправить письмо, и я думал, что есть в аэропорту почта России хотя бы, ну, этот, ну, скинуть туда бак, но нету его. И, в общем, девушка, которая нас регистрировала на рейс, она взяла это письмо, чтобы его отправить. Вот это вообще просто девушки из Кольцова. Спасибо вам огромное, вы классные. Ребята, со всей этой историей мировой мы не летали 2 года. И это волнительный, настолько такой душещипательный и какой-то даже немножко торжественный момент. Мы идем по телетрапу и идем в самолет. Мы еще не вылетели, Даша уже вам видео собирает в ленту, в сторис. All electronic devices must be transferred to a flight mode or switched off until the aircraft comes to a complete stop. Thank you. Местное время 4 часа 55 минут. Мараба, ребятушки, или... Как говорится, в это время суток, гюнайдин, доброе утро, Турция, мы долетели, все было здорово, хотя я думал, честно говоря, что будут кормить, но нет, и даже уже томатный сок перестали давать, только лишь негазированную воду, но это не испортило наш полет, потому что мы летели ночью, успели поспать, все было хорошо, идем на таможню и едем в центр Стамбула. Прошли паспортный контроль, все хорошо. Идем за багажом. На самом деле, в двух словах, перелет был классный. Я маску не снимал на протяжении всего полета. Это непривычно. И то, что все люди в масках, это непривычно. 2 года я не летал. Ну, собственно, последний перелет вы видели в путешествии из Таиланда на канале. Вот, в целом мир изменился, жизнь изменилась, новые правила, но путешествовать надо. У меня такое ощущение, что мы с мужиками на завод едем. Время 7 утра, то есть реально один мужчина, и мы стоим, ждем автобуса. Вот, кстати, и он. Русская находчивость и турецкие технологии, вот что делают. Мы сидим, чемодан привязан вот здесь. Здесь его держит рюкзак, и это тоже никуда не укатится. А мы отдыхаем. Видели, да, конструкцию, которая не разваливается? По-турецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд. Мы наконец-то выбрались из этого квеста под названием «Покинуть аэропорт». Нужно было найти место, где продаются Истанбул-карт. А это тоже не везде. В итоге мы не нашли, где она продается. Купили какую-то карту тройку, можно сказать.
и по ней уже выехали наконец-то из аэропорта. Два часа у нас ушло на то, чтобы погулять по аэропорту. Точнее, час, чтобы погулять по аэропорту, и час, чтобы выбраться из его подземелья, где останавливаются автобусы. И в итоге мы едем в центр и ехать там еще, наверное, пару часов. Но, по крайней мере, мы уже в процессе, и квест разгадывается. Это реально квест, ребята. Ну что? Один транспорт посетили, теперь едем на втором. Да, у нас пересадка из автобуса в метро на Шишли, станция Шишли-Мышли. Мы спустились в стамбульское метро, теперь поедем уже на нем прямо почти до нашего отеля. Прикольно, что мы сразу, просто сказать, на влете в этот город, уже и покатались на автобусе, на метро, все смотрим. Единственное, что мы еще не купили карту Стамбул-карт, но мы передвигаемся пока на... Ну, мы сейчас найдем ее. Вот. Без нее тут вообще сложно. Вот. Короче, едем в метро. Как дела? Слушай, прекрасно. Мне очень нравится этот квест. Раньше мы платили деньги, чтобы выйти из замкнутого помещения. Теперь мы платим деньги, чтобы в открытом пространстве найти уже то, что нам нужно. Да классно, классно. Тут очень... Мы вышли просто из лифта и на тебе просто. Очень красиво. Нравится? Нашли наконец-то зеленую дверь заветную. Это наш отель Оская. Странно только, что здесь вокруг электромир. Тут сплошь лампочки, светильники на этой улице. Ну и ладно, зато мы в самом-самом центре и недорого живем. Поэтому пойдемте заселяться. Вот такая вот маленькая улочка. Раз. А тут еще одна. А паркуются как в академическом. Мне кажется, я немного выделяюсь из толпы, потому что времени 9 утра. Я зашел в магазин и взял себе бутылочку вкусного пива, потому что мне так хотелось пить и какой-нибудь классный вкус ощутить. В общем, 9 утра, иду по улице, пью пиво. Извините. Значит, пришли мы к Галатскому мосту, искали кафе, где можно присесть и позавтракать. И тут так красиво, просто невероятно красиво. Чайки кричат, кораблики ходят. И мы сели прямо на берегу. Заказал я чечевичный суп. Туда выжимается обязательно лимон. И он такой перченый, пряный и с кислинкой в окончании. И к супу принесли свежайший хлеб, где хрустящая вот эта вот корочка. Ну, боковинка и мягкая-мягкая серединка. Суп невероятно, прям прогревающий, освежающий. Я такого не пробовал. Чечевичный суп супер. А виды просто нереальные. Ну и закрепить результат мы взяли палык-дурум. Это свежайшая рыбка, пойманная вот здесь же, в Босфоре. Завернутая в лаваш и с чем-то еще. Сейчас попробуем. Он маме клялся, что это самая свежайшая рыбка. Ну я на самом деле верю, потому что здесь рядом рыбный рынок. И там вот она прям, вот только пойманная. Смотрите. Овощи. Рыбешечка. Специи.
И турецкий чай. И это все с видом на бухту Золотой Рог. Потрясающе. А теперь покайфовать. Дошли до башни Галата, но это на самом деле испытание, когда за спиной килограмм 10 веса, а это прям тяжело, но, по крайней мере, башня видна просто отовсюду, и она прям манит, чтобы к ней подойти и посмотреть ее поближе. Хотя народ на самом деле и наверху как-то забрался, мы туда сходим обязательно, но позже. Сейчас идем в отель и спать. А кому надо деньги поменять? Вон сзади меня банкоматик. Маленький такой банкоматик. Наконец-то мы заселились в наш отель в самом центре, район Галата, прямо рядом с башней. Мы прилетели в 5 утра, время 2 часа дня. Мы имели возможность только оставить наши вещи и должны были где-то гулять. Я прям честно скажу, я спал на этом пароходике, на котором мы катались по Босфору. Но мы заехали, давайте смотреть. Место классное. Его не найдешь сразу. Это извилистые улочки. Я ее назвал улица электриков. Потому что тут справа-слева магазины светодиодки. Вот, маленькая красивая дверца. Поднимаешься на третий этаж, и тут прекраснейшая комната. Смотрите, какая красотища. Ну, тут, во-первых, все оборудовано, климат-контроль, все дела. И давайте смотреть. Ванна. Ну, посмотрите, как изысканно все сделано. Просто со вкусом. Ну, как просто. Хорошо сделано, со вкусом. Вот. Кухня. У нас есть своя кухня. Я думаю, что мы, ну, честно скажу, в Стамбуле питаться дома вообще грех, потому что здесь столько прекраснейшей, какой-то ароматной, интересной уличной еды и недорогой, что готовить отдельно мы, конечно, не будем, а вот, допустим, вечерком какой-нибудь попить вина и нарезать фруктики, почему бы и да. Вот. В общем, здесь у нас есть кухонька, интересный чайник, он сразу с заварочником сверху, первый раз такое вижу. И дальше пошли. Здесь зона отдыха. Тут можно сидеть вечерами, друг напротив друга, смотреть в глаза и молчать об одном. Прекрасный мини-бар. Кстати, мне очень нравится, я бы себе хотел такой стеклянный, такой маленький холодильничек для напитков. И смотрите, как красиво застелена эта кровать. Это просто... Сейчас я вот договорю вам, и я просто утону в ней, потому что мы не спали всю ночь. В самолете, может быть, я 2 часа спал. И потом еще в автобусе из аэропорта еще полчасика, и все. Поэтому мы ложимся спать, и вечером уже идем гулять по Стамбулу. Помните традицию? Ну что, давайте. Уп! Ой, классно, вообще мягко. Все, ребят, я даже вставать не буду. Надо поспать. И до вечера. Нашли какое-то интересное заведение на мансардном этаже. И вот
с улицы просто не увидишь, а то потому что там, наверху. Поднимались по лесенке, спустились на лифте. Ну, прям наоборот все делаем. Вторая подлетовская подземка в мире. Мы сейчас гуляем по центру Стамбула и в данный момент находимся на Галатском мосту. Мост сверху транспортный, а снизу пешеходный, где вот прямо под мостом разбросана куча заведений. В основном все рыбные, все касаются названия типа там «Золотая рыбка», «Рыбная» там что-то, в общем, все про рыбу. И здесь, ну это прям... можно сказать, опора этого моста. Здесь прям видно оба берега красивейших мечеть. Это новая мечеть, которая подсвечивается. И кучу корабликов, которые, собственно, делают весь этот антураж. Рыбаки и кораблики. А еще здесь такой запах рыбы, он приятный. И очень чистая вода. В общем, красотища. Вот это место, где нужно просто стоять и пропитываться, ну, не запахом рыбы, а эмоциями, прям вникать. Это фантастически. Нельзя, чтобы эта музыка играла без моих слов, потому что YouTube ее забанит, но Даша очень красиво поет тут, кривляется. В общем, не песня, а сказка.